А вот это, пожалуй, самый злой автомобиль всего мотор-шоу. Сделанный на базе пикапа GMC Sierra. Вот такой настоящий зверюга, который может ездить где угодно, по заболоченным местам, по снежным горам. Собственно говоря, здесь мы видим, что именно для снега эта машина и создана в первую очередь. Но я абсолютно уверен, что в болотах она будет просто незаменима для того, чтобы вытаскивать всевозможных джиперов, которые решили, что наличие полного привода определяет. Нет, решает, друзья мои, вот такие приспособления, вот такие гусеницы, которые позволят, я абсолютно уверен, этому монстру ездить абсолютно где угодно. В движение, кстати, эта машина приводится при помощи мотора объемом 6,6 литра. Дизель выдает 445 лошадиных сил, а его максимальный крутящий момент равен более 1200 ньютон-метров. Про цену я вам сейчас не скажу, но можно не сомневаться, учитывая объем переделок, что машина стоит недешево. Но, согласитесь, красиво, мощно выглядит.